Привет, Натвинкл! Подготовил для вас новую часть шокирующих встреч людей с медведями, после просмотра которой вы точно не сможете уснуть. Жмите на колокольчик и начинаем. Медведь решил прогуляться возле дома людей и заодно опустошить птичью кормушку. Слышно, как лают собаки, но Мишке все равно, он в поисках еды. Через минуту собакам удается вырваться из ограждения, и они сразу бросились к медведю. Шокированный медведь просто встал на задние лапы и не знал, что делать, но к нему очень быстро дошло, что нужно побыстрее уносить отсюда лапы. А этот любитель природы решил устроить себе пробежку по узкой лесной тропе, которую он записывал на GoPro, прикрепленном у него на груди. Вы можете заметить, что лесная тропа довольно оживленная и там гуляет много людей. Затем из ниоткуда выскакивает крупный медведь-гризли. Напуганный видом грозного хищника, мужчина начинает убегать так быстро, как только мог. Медведь преследовать не стал. Фотосессия на природе приняла очень неожиданный поворот, когда на заднем плане появился черный медведь. Парень сразу сказал девушке не кричать и не делать резких движений, они просто начали тихо уходить. Но я уверен, что фото с медведем будет самым ценным в их коллекции. Еще один шокирующий фотомомент. Медведь подошел к девушкам, которые делали фото прямо на дороге. Даже не верится, что им удалось так долго сохранять хладнокровие и спокойствие, тем более, что Мишка был очень обнаглевший. Он лез к девушке обниматься и обнюхивал ее с ног до головы. Думаю, что она успела сделать несколько уникальных фото. Вскоре Мишка потерял интерес и ушел. Во время похода в Калифорнии девушка Виктория узнала от бегущих в страхе туристов, что на тропе был медведь. Она без страха продолжила свой поход и наткнулась на этого пушистого медведя. Понимая, что уже слишком поздно бежать назад, Виктория спокойно снимает медведя на камеру, который просто проходит рядом с ней. Спокойствие девушки реально удивляет. Она еще и продолжила снимать уходящего медведя и сама его спугнула. А этот наглый Мишка пришел в гости к людям и решил перелезть через забор. Кажется, что никого нет, и хищник уверенно поднимается по лестнице, чтобы проникнуть внутрь дома. Но потом произошло самое ужасное. С магазина домой вернулись люди. То, что было дальше, вы должны увидеть сами. Они убегают, опасаясь за свою жизнь, но медведю, похоже, все равно, он остался в доме, ведь там точно есть чем поживиться. Следующая встреча похожа на настоящую сцену из фильма ужасов. Ночью черный медведь решил пробраться в дом, где прямо возле двери на диване спал подросток. Хлопок открывающейся двери разбудил мальчика, который в полной темноте и растерянности не знал, что делать. Когда медведь вошел снова, парень понял всю опасность. Когда он включил свет, начал криками пытаться прогнать хищника. К счастью, это сработало. Медведь испугался и ушел. Думаю, теперь он всегда будет закрывать дверь. Последнее, что ожидала увидеть женщина, загружая сына в машину, это медведя, который мчался на них по дорожке в Нью-Джерси. Уже на записи женщина увидела, насколько близко был медведь. Она успела вовремя оттащить сына, но Мишка, кажется, даже не обратил на них внимания и просто пробежал рядом. Группа людей отдыхали возле пляжа, но когда появилась огромная медведица-гризли с двумя детенышами, все просто замерли от страха. Люди решили не убегать, а просто сидели неподвижно, чтобы не тревожить огромную мамашу. К счастью, медведица не почувствовала надобности нападать и просто прошла в нескольких метрах мимо людей. Дальше еще один любопытный Мишка, который решил прийти в гости к людям. Перевернув на крыльце все игрушки, медведь начал исследовать двери и камеру со звонком.
ткнул носом в камеру, он как-то позвонил в дверь. Хорошо, что мужчина не стал сразу открывать, а сначала посмотрел по камере, кто пришел, и был в полном шоке. Слышно, как он кричит медведю, чтобы тот уходил, что Мишка вскоре и сделала. Отдых на природе для семьи превратился в кошмар после того, как медведь пришел на запах их барбекю. Косолапый не обращал внимания на крики людей, его интересовало только мясо, но взять его с мангала он боялся. Мужчина начал кидать ему стейки, но медведь на них не реагировал. В конце медведь просто обжег себе язык и только тогда понял, что надо уходить. Главное для охотника — это быть незамеченным, и чаще всего это работает, но не в этом случае. Эти двое мужчин охотились в Канаде на оленя. Они устроили себе крутые засады на деревьях, но очень быстро были рассекречены небольшим и любопытным медвежонком, который залез на дерево и встретился с охотником лицом к лицу. Мишка даже понюхал лицо мужчины, который сидел молча и неподвижно, боясь напугать хищника. К счастью, он потерял интерес и спустился вниз. Только тогда охотники вздыхают с облегчением. А этот момент начинается с того, что мужчина снимает молодого черного медведя, который гулял по его заднему двору. С такими молодыми медведями лучше не контактировать, ведь рядом всегда может появиться его мамаша. Спустя мгновение любопытный медвежонок решает исследовать человека, который сразу понял, почему надо бояться этих хищников. После попытки укусить, человек прогнал медвежонка, и ему очень повезло, что не появилась медведица. Вот еще несколько моментов, которые я оставлю без комментариев. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.